Мамы Подмосковья смогут выбрать, получать продукты на молочной кухне или денежную компенсацию на питание детей до 3 лет. Такое решение приняли депутаты Мособлдумы. Нововведение также распространяется на беременных женщин и кормящих матерей. Суммы ежемесячных выплат будут выше, чем стоимость наборов, которые сегодня выдают молочные кухни. На кормящих матерей и детей до 1 года будут выделять 681 рубль в месяц. Питание малышей до 2 лет обойдется бюджету в 517 рублей, а компенсация на детей до 3 лет – в 430. Беременные женщины могут рассчитывать на выплату в 259 рублей ежемесячно. Порядок осуществления выплат сейчас обсуждают в правительстве Московской области. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.